Все так. Мне кажется, надо. Заглядываем во внутренние слои дома. Мы в центре старого Батуми, так называемый старый город. Здесь много исторических построек, например, вот этот дом конца 19 века. И на втором этаже вот эта квартира продается сейчас. И ребята хотят сделать реставрацию. Ну, в общем, она сейчас в запущенном таком состоянии, вот, ее хотят восстановить и сделать что-то интересное из нее. Идем смотреть, что внутри. Эй! Заходим, это парадная. Все в таком состоянии, немножко запущенном. Да, вот так выглядит потолок. Пол немножечко раздолбанный. Ну, опять же, вот сохранилась плитка. Идем внутрь. Заходим. Первая комната. Еще остались какие-то декоративные элементы на потолке, лепнина. Сейчас даже слышно мечеть, которая неподалеку. Это армянский квартал, который находится в соседстве. Заходим в третье помещение. Это кухня. Для начала очень страшно. Взяться за это, да. Сейчас надо поковырять стены, посмотреть, какая тут классная вообще. Да, 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 давай начнем. 25 лет эта квартира пустует. Ну, я думаю, нам работать здесь, наверное, месяцев на 5-6. Вау! Не знаю, смотри, какой-то лимон такой вот. Это лимон. Начинаем демонтаж, в общем. Чуть тянуть. Начало проекта.